Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Время без 15:06, 31 мая 2024 год. Фух, ну и жара у нас наступила. Я вчера чуть не сварился, хорошо кондиционер дома есть. Вчера в тени, на теневой стороне, а у меня окна туда выходят, плюс 30 было. Офигеть можно. Короче, многие спрашивали, сегодня у нас от фирмы «Фаворит» спиннинг Bluebird Nano. Вот. Ну, что могу сказать? Наверное, подытожу чуть попозже, на палочку не ловил еще ни разу. Вот, сразу говорю, чуть осипший я, так что приношу свои извинения. Катушка Innova Ultralight 1003. И еще фирма Brown Perch порадовала приманками в очередной раз. Ребят, заходите к ним на сайт. Очень много новинок. Вайберт появились именно под мормышку. И всякие такие пиявочки, всякие штучки, дрючки. Палка в росте 1,83 м, если я не ошибаюсь, весит 51 грамм. Какой-то там карбон комбинированный. Я так понял. Короче, все ТТХ скину внизу. Вот. Сама по себе палка имеет карбоновый катушкодержатель. Вот. Здесь скос такой из Эва, чтобы палец, наверное, удобно ложился. Имеет хук-кипер пластмассовый. Ну и все, палочку построю. Я не знаю. Я даже навскидку не могу вспомнить, что-то было похожее. Пока мне очень нравится. Она должна кидать очень хорошо. Притом особо не вкладываясь. И анимацию ей будет проводить очень легко. Ну а там дальше посмотрим. Я говорю, время покажет, потому что я еще не ловил ее. Поехали. Что, контакты есть. Рыбь пойман. Вопрос теперь в другом. Как его оттуда извлекать? Палка длинная, мягкая. Блин, за подсаком леснях вот. О! Страшно. Есть контакт. Карасембер. Весь в тени извалялся. Ну, красавчик, свободен. Ну, что могу сказать? Заброс умопомрачительный. Из умля. Единственное, что мне не нравится, из-за того, что ручка короткая, когда ставишь на землю его, ну, там, перевязаться, облокотиться, получается, низом катушки, так, нет леска, низом катушки ты ставишь на землю вот этим местом. Понимаете, да? То есть, когда под наклоном ставишь. Ну, как-то так. Так, ну что? Попробуем закрепить успех. Это окунь, по-моему. Ага. Мелкий окунидзе. Пожалуй, к нам в гости. Тыр-тыр-тыр. Свободен. Прям под ногами шлепнул. Ёлки-моталки заглотил. Такой бандит мелкий. Пока достал. Ух. Что ж сегодня за день-то, а? Все поклевки перед ногами прям. Так, ну давай, успокаивайся. Хоп.
Что-то село. Ну, очередной карась. Ух. Фу. Красавчик. Слушайте, я в этом году здесь ни одной плотвы не поймал. Зато карась. Как ненормальный. Вот уже попасться я дядька. Стремно поднимайте-то. Ну, спина болит, зараза. Если бы не спина. Ну вот этот уже да. Симпатичнее. Короче. Поменял я мормышку. Поставил 0,2. Потому что было 0,15. Что-то мне казалось, я не добрасываю. Крупный, но приятный. Симпатюк. Так, ну что, полет навигатора? Я вам так делать не рекомендую, дабы палку можете сломать. Красавчик. Свободен. Так, ну что, все, мое терпение лопнуло. Будем собираться потихоньку домой. На улице уже очень жарко, у меня вся футболка почти мокрая. Вот. Клев подстих. Доехал до поплавочников, там тоже тихо. Ну что, по палочке, наверное, пока рано что-то им подытоживать. Единственное, пока минус, я еще раз говорю, когда ее ставишь, катушкой на землю опираешься. Это мне не очень нравится. Заброс нормальный из умля на вываживание включается полностью. То есть как бы с анимацией тоже проблем никаких. Но мы еще половим. Я еще хочу на колебле потаскать. Я думаю, она в этом плане будет интересная. Вот. Ну а так все. С вами был Сашок. Bluebird Nano. Вот. У нас был от 0,2 до 1,5 грамм. Как-то так.